Во второе воскресенье августа отмечается День строителя. В преддверии этого праздника в кинотеатре «Искра» состоялось торжественное мероприятие, посвященное людям удивительной профессии. Ведь именно от труда строителя зависит качество жизни людей, основа благополучия и стабильности в обществе. На празднике было много поздравлений, цветов и улыбок. Внимание на экран! В концертной программе представители строительного комплекса Ленинского района приветствовали юные артисты, а ребятишки из детского сада номер 41 города Видное в своем выступлении так и сказали, что профессия строителя самая лучшая. Кем же быть, вопрос непрост. Строителем я стать хочу, мастерство я изучу. Что называется, устами младенца глаголит истина. Труд строителя – это основа и стабильность в обществе. А строительный комплекс Ленинского района формирует его, дает возможность развиваться и двигаться вперед. В наших планах до 2016-2017 года построить 6 школ образовательных, 9, а то и 12 детских садов, детские больницы, поликлиники, все. Вообще, надо сказать, что история нашего созидания и развития района исключительно серьезно и конкретно опирается на строительную отрасль. Сегодняшние технологии строительства позволяют быстро и качественно возводить жилые дома. На международной выставке «Строительная неделя» был представлен наш Ленинский район и заслужил особого внимания. Приходил министр ЖКХ и строительства Мень Михаил Александрович, был губернатор, конечно, Андрей Юрьевич, и наш глава Ленинского муниципального района Кошма Сергей Николаевич ему рассказывал, что мы на сегодняшний день, как наш район сегодня делает, что он строит и как мы развиваемся. За профессионализм, ответственность выполняемой работы многим строителям в этот праздничный день были вручены награды. На праздничном мероприятии присутствовали и ветераны-строители. Им, молодым, приходилось работать в совершенно других условиях. С фундамента начинали мы траншеечки вручную, зимой, кирками, кувалдами долбили. Бетонный камень был, бетонировали фундамент и начинали строить. Сегодня строительство в Ленинском районе идет бурными темпами. Развивается и совершенствуется инфраструктура города. Все это дело рук строителей. Поздравления с праздником и слова благодарности за труд в этот день и звучали в адрес строителей. Людмила Медведева и я, Дамя, Наталья Буслаева, Видное ТВ.